Всем привет, ребята! И вы на канале Кэтрин Вин. В этом видео я покажу, как получить новую бесплатную вещь в Roblox. Находим карту вот с таким названием. Вот она! Заходим в нее. Для получения бесплатной вещи нужно выполнить 4 задания. И давайте начнем. Для выполнения первого задания едем в раздевалку. Нажимаем вот сюда. Теперь ищем форму «Золотые рыцари Вегаса». Выбираем ее и экипируем. Выходим. Дальше едем на станцию передач. Нажимаем на шайбы и выбираем золотую шайбу. Я экипировала ее и выхожу. Третье задание нужно посмотреть запись матча. Поэтому подъезжаем вот сюда. Нажимаем и нас перекидывает в другое место. Далее нужно нажать на контроль воспроизведения. Обязательно нужно выбрать пятую игру и любую цель. Например, я выберу вот эту. Запускаем. И нужно посмотреть всю игру. Она закончится, когда выйдет время. Осталось всего секунда. Готово. Возвращаемся обратно. Три задания уже выполнено, и осталось только четвертое задание. Нужно забить 5 голов в ворота во время матчей. Чтобы зайти в игру, встаем вот здесь и ждем, когда найдется совпадение. Нужно подъехать к воротам противника и бросить туда шайбу. И так нужно попасть 5 раз. И, кстати, не обязательно за один матч, потому что прогресс засчитывается за все матчи. И все, я выполнила это задание. Нажимаем на следующий. Нужно подождать. Выходим в лобби. Смотрите, все задания пропали. А это значит, что я все выполнила и мне уже дали бесплатную вещь. Давайте посмотрим, как она выглядит. Вот такой прикольный золотой аксессуар в форме звезды. Смотрится круто.